Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем ведьмину лестницу для привлечения денег и будем носить ее в кошелечке. Вам потребуется зеленая нитка, шерстяная. В данный момент у меня такой нитки нет, но я показываю, шерстяная нитка, она работает лучше всего. Конечно, если у вас под рукой таковой нет, возьмите просто катушку зеленых ниток и сделайте 9 вот таких вот одинакового размера, одинаковой длины нитки и скрутите их просто вот таким вот образом. Вот таким вот образом руками скрутите. Вы можете взять между указательным пальцем и средним и отмерить до локтя. Это будет ваша длина. Сейчас я вам покажу, как нужно будет делать, какие узлы. Узлы тройные и, конечно же, сам узел, это уже денежный узел, и определенные заговоры, которые я оставлю в обязательном порядке в описании к видео. Вам можно приготовить 3 лавровых листа. Это не обязательно, но если вы захотите, то это можно. В 3 узла вы можете завязать 3 лавровых листа. Вы можете также завязать 1 лавровый лист в какой-то узел, только не 2. Четное количество нельзя. Либо 3, либо 1 лавровый лист вы вполне можете ввязать в какой-то узелок. Итак, сначала я показываю, как нужно будет, какой узел вам нужно будет сделать. Здесь в обязательном порядке это тройной угол, тройной узел. Итак, вы одеваете нитку на палец, левая рука, указательный палец. С одной стороны, там, где большой палец и указательный, эта нитка должна чуть-чуть больше, на сантиметр, на полтора быть больше. Вы берете эту часть, да, вот эту вот конец нитки, также закручиваете вот таким вот образом второй палец и выводите сверху нитку. Видите? Теперь вот эта нитка, которая у нас сверху, мы подводим ее вниз, под нижнюю, и она получается у нас с вами внизу. Теперь мы аккуратненько левой рукой держим вот эту конструкцию, снимаем с пальцев, вернее правой рукой, и передаем ее в левую, вот в левую руку. Теперь мы берем и просто нахлёст делаем одной петли на другую, чтобы по центру тоже появилась вот такая вот, скажем, ячейка, да, промежуток. Вот эту вот мы берем ниточку, кончик, и отправляем, она у нас снизу идет, сверху вниз в первую ячейку, потом снизу вверх во вторую, и затем мы в третью отправляем. Третью сверху вниз. Вот таким вот образом у нас получается тройной узел, магический тройной узел. Сейчас я еще раз покажу вам, вы следите внимательно за руками, чтобы вы поняли, как вывязывать эти узлы. Вы попробуйте сначала на других нитках, чтобы это у вас дошло уже до автоматизма, понимаете? Чтобы у вас получалось. Итак, вы берете на палец левой руки указательной, перекидываете нитку. Вот эту вот часть нитки вы еще раз обворачиваете, второй палец, вот вокруг вы пошли второго пальца. Нитка наверху, но мы ее заводим вниз, вот так вот, вниз. Затем берем правой рукой, снимаем эту конструкцию, берем в левую руку и немножко петля на петлю заходит вот так. Теперь мы берем вот эту вот нитку. Она у нас идет снизу. Мы берем сверху вниз вот сюда. Затем снизу уже вверх по центру проходим. И опять сверху вниз вот сюда. Все, получился тройной узел. Вот таких вот тройных узлов нам нужно будет навязать на нашей вот такой вот шерстяной зеленой нитке. Это нужно будет сделать, ребята, в четверг на растущую луну, чтобы вы запомнили, четверг растущая луна срабатывает очень четко.
Сначала мы делаем по центру, вот так вот мы равняем и делаем первый узел по центру. Еще раз показываю. Вот таким вот образом мы берем. Вот это по длине у нас идет. Мы берем этот, окутываем палец, потом под низ у нас идет. Снимаем эту всю конструкцию. Чуть-чуть петлю на петлю закидываем, чтобы третья, вы видите, получилась. Сверху вниз идет. Затем снизу вверх по центру. Снизу вверх. По центру выходит у нас веревочка. И затем сверху вниз она выходит. И получается вот такой вот тройной узелочек. Прежде чем его завязывать, мы должны будем заговор произнести. То есть смотрите, вот таким образом руки складываем и говорим. Первый узел колдовство начинает. И потом мы потихонечку подтягиваем этот узелочек. Аккуратно, аккуратно, не торопясь. Ниточки подтягиваем и завязываем. Сейчас я его сильно не буду завязывать. Аккуратненько вы завязываете. Затем вы рядом вяжете второй узел. То есть этот вы завязали хорошенечко, аккуратно. Вы вязываете второй узел. Накрываете руками и говорите. Со вторым узлом дело делается. Также подтягиваете, завязываете. Вяжете третий узел. С третьим узлом деньги идут ко мне. Завязываете четвертый. С четвертым узлом новые возможности стучаться в мою дверь. Пятый узел. С пятым узлом мой бизнес процветает или моя работа процветает. Дальше шестой. Шестой узел колдовство закрепляет. С седьмым узлом мне дан успех. С восьмым узлом умножен доход. С девятым узлом это все теперь мое. После заговора нитку с узлами нужно носить постоянно с собой в кошелечке. Но вот смотрите, если же вы хотите ввязать сюда, почему я оставила открытый, вы можете вполне ввязать сюда, ну, вот таким вот образом. То есть вы в любой можете сюда, сюда, куда вам угодно засунуть эту лаврушку и аккуратненько подтянуть, чтобы завязать, и лавровый лист в узелочке оказался. Сейчас я этого не буду делать. Это надо просто аккуратно подтягивать, чтобы он остался в узелочке. Это по желанию, это не обязательно. Еще раз говорю, либо один, либо три, только не два. И можете аккуратненько вот эту вот заговоренную ведьмину лестницу с девятью узлами сложить, и положить себе в кошелечек. И эта ведьмина лестница, вот эта зеленая ниточка, будет привлекать вам деньги в ваш кошелек. Пользуйтесь во благо. Если здесь вы не совсем поняли, как вязать этот узел, я перед этим выставляла еще несколько видео. Откройте на этом канале, называется плейлист «Узелковая магия Наутис». Наутис – это узлы, которые мы вяжем. Посмотрите в других видео, может быть, там более подробно вы увидите. А вообще, откройте плейлист «Узелковая магия», там очень много интересных видео. И для здоровья, и от порчи, от сглаза, и любовные привороты, различные темы, и деньги. И так что посмотрите, вам будет интересно. Конечно же, дорогие мои друзья, делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, потому что чем больше вы дадите, тем больше вам и свыше дадут. Конечно, делитесь с друзьями в соцсетях, делитесь этим видео. Я вас всех очень безумно люблю. Я хочу, чтобы вы были счастливые, богатые, красивые, любимые, чтобы все у вас в жизни сложилось. Обнимаю вас, крепко целую, благодарю за то, что вы у меня есть. Конечно же, пальчик вверх, и мне будет приятно. Слово «благодарю» пишите в конце видео, под видео обязательно. И, конечно же, верьте в мечту, верьте. И она обязательно исполнится. Все, роднулечки. Пока-пока. Пока, роднульки мои.